Для особых персон в Тобольской колонии поселения обустроили общежитие специально для работающих осужденных. Таких там 46 человек. Это треть от всех отбывающих наказания. В их распоряжении 13 комнат. Переезд был вынужденной мерой, поскольку мест в старом здании уже не хватало. На обустройство дополнительные деньги не понадобились, мебель нашли на складе. В отличие от других жилых помещений, в новых комнатах стоят одноярусные кровати, а мужчинам разрешается украшать стены и окна, что они охотно делают. Комнату обустраивали сами. Тут, ну, как бы новый ремонт. Ну, тут кровати другие. Все по-другому, чем на том отряде. Нам нужно здесь оборудовать еще какие-то дополнительные помещения для групповой работы с психологом. Я думаю, к весне это уже будет все сделано.